Да, Жанночка. Так. На автономии даже особо и мыться не надо. Организм сам себя чистит. Все эти шампуни, крема, химия в магазине не нужно ничего. Или почти ничего. Ну, ребят, потом очень сложно на самом деле мыться теми продуктами, которые идут в магазине, если это не ручной работы. Они очень сушат, очень чувствуются, очень сушат кожу. Прям бывают моментальные высыпания. Поэтому мне становится все сложнее и сложнее, наверное, найти то, чем бы я хотела, ну, если хочется сполоснуться. Вот. Поэтому вот да, такой вопрос. Нужно искать именно те продукты, которые идут именно ручной работы. Потому что остальное очень сильная реакция организма идет.